опачки. Так, там еще, блин, на турели сидит. Ну ладно. Маскировка отключена. Какого черта вы вообще творите? Это Джейкоб Харгрив. Приказываю немедленно прекратить огонь. Заткнись, старик! Пророк умрет здесь! Идиоты! Костюм, идиоты! Вы уничтожите нашу последнюю надежду! Прекратить огонь! Группа Орех. Ореха! У Ореха, как всегда, мозгов. На пульке нос. Блин, не как всегда, а вообще. Да. Пророк умрет здесь сейчас. Значит, не похоже. Ух ты, ёшки, подруг, а. Мне вот еще тут один вопрос мучает. Что вот в первом Крайсисе, что в Вархеде, все-таки был народ, еще в наносюете. Здесь же, блин, походу только один пророк. Вернее, ничего. Алькатрас. Ни одного человека больше нету. Что же случилось с намадом, номадом, психом и остальными ребятками? Там ведь много было, помимо группы хищника, еще другие были, как помните. Блин, что там завалил, по-моему, всех. Максимум защиты. Но, может быть, дальше по сюжету нам раскроется. Я, потому что, честно говоря, не помню. Что, как я играл в первую очередь. Первый раз второй Крайсис. Там дальше будут рассказываться истинное вообще предназначение пророка, что в первой, про первую часть, что про вторую. Ты меня увидел, я тебя не вижу. В общем, довольно-таки интересная пища для размышлений. Крайсис при всем своей убогости сюжета. Не то, что убогости, а, скажем так, неидеальности. Что из крайности в крайность так попадает. Все равно оставляет пищу для размышлений. Интрига. А для интриги вообще, для меня лично интрига — это самое главное в любом фильме, в любой игре. Сами понимаете, даже если есть логический какой-то конец, завершающий эпопею, сагу, оставляющий, интригующий какие-то непонятные моменты, скажем так, недосказанность и возможность додумать самому, человек, который смотрит, наблюдает происходящее. Наверное, ну, для меня это самое, пожалуй, интересное. И таких вещей масса. Крайсис на сегодняшний день пока что одна из таких. Хотя такая сага уже не, скажем так, не новая она по своей сценарию. Вот, и она обречена просто на завершение. Ну, как, насколько долго ее растянут разработчики, пока что неизвестно. Так, как можете видеть, мы тут подбираемся потихонечку. Нашей главной новому компьютеру. Как я говорил, парни на нас-юитах
нано-костюмах в этой игре нам не предстоит увидеть. Как, не как на друзей, так и на врагов. Поэтому вот эти вот электро, я не знаю, оружие, это вот, которое здесь рядом кидается, я не знаю, зачем оно нужно. Короче, может, наполтян, конечно, там, оборону, защиту им сбавляет. Может, я, честно говоря, сомневаюсь. Не находил я применения. И сейчас едем прямиком на 18 этаж. Как сказал Харгрив. Сам Харгрив. Маскировка включена. Красивый такой офис. Маскировка включена. Затоплено, так немножечко все-таки дух захватывает, согласитесь, при виде такого довольно-таки большого помещения. На соплях держишься окном, удерживающим воду после затопления. Убейте его, господа! С максимальной жестокостью! Я хочу, чтобы этой твари не стало! Что ты делаешь, Локхард? Маскировка отключена. Что их не уймется? Я делаю то, что совет директоров должен был сделать еще 3 года назад. Ставлю крест на моих них вытащенных батареях. Ты лишаешь нас последней надежды, Локхард, идиот. Неужели ты думаешь, что сможешь спрятаться? У нас нет выбора. Не выйдет, Харви. Совет директоров на моей стороне. Они на такое дерьмо больше не клюнут. За операцию отвечаю я. А теперь отойди. Да они на меня типа тут засаду устроили, да? Да, парни. Вы же забыли, что у меня есть супер стелс. Я же с вами тут сяскаться-то не буду. А просто читер на вас прикончу и все. Кстати, одно из вот М12 новое, одно из таких, в принципе, новых оружий. Стреляет какой-то направленной такой струей, выжигающий. Хорошо так по дуге начал с пулемета шмалять. Так, вроде разобрались мы с ним. Лифты и двери отключены. Тебе нужно перезапустить систему с главного терминала. О, ужас. Нас опять заливает. Так, ну, на этом 15-й эпизод так красиво заканчивается. С вами был Фолиот. Всем до новых встреч. Пока.